Олег и Татьяна долго шли к сегодняшнему дню. У каждого из них были свои интересы, свои друзья, свои привязанности. Но вместе с тем оба они всегда мечтали о счастье и о любви. В один прекрасный момент судьба дала им шанс понять, что они всю жизнь искали именно друг друга. Их дороги пересеклись, они встретились, сегодня они вместе и счастливы. Но как же началось для них это счастье? Может, так? Но вы же понимаете, что наши герои совсем не такие. Они современные, спортивные, любят природу. Наверное, их встреча произошла так. Этот сценарий, пожалуй, слишком травмоопасный. Думаю, они познакомились так. Это могло бы быть правдой, но Таня никогда не работала в кафе. Есть еще одно предположение. Real slow.
А если так подумать, не все ли равно, как познакомились наши герои? Самое главное – это то, что они любят друг друга и безмерно счастливы. И сегодняшний день – яркое этому подтверждение. –